В дар музею он преподнес полный комплект архиерейского облачения. Это одеяние священнослужители одевают при проведении праздничных богослужений. Передавая в дар облачение, он подчеркнул, что готов активно сотрудничать с музеем для сохранения исторического наследия. Он выразил также надежду, что данное событие станет эпиграфом для дальнейших взаимоотношений между Черкесской и Пятигорской епархией и республиканскими учреждениями культуры и откроет широкую перспективу сотрудничества, направленную на сохранение и развитие духовности и нравственности. Я счел своевременным и важным к юбилею образования нашей республики и к особенности исторического события, появления здесь кафедры, передать в дар Государственному музею полный комплект архиерейского облачения. Того облачения, которое епископ одевает исключительно только во время совершения торжественных публичных богослужений. Совершает в этих облачениях молитву в храме. И хотел бы сказать, что в этом облачении, в частности, я уже совершал богослужение здесь, в нашей родной Карачаево-Черкесской республике. Я считаю очень важным сделать именно сейчас этот подарок музею с тем, чтобы навсегда и для гостей нашего города, и для жителей нашего города в предметах церковного облачения засвидетельствовать, что республика сохраняла и поныне сохраняет в том числе и христианские ценности на территории республики. От имени главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова владыку Феофилакта за дар музею поблагодарил заместитель администрации правительства республики Магомед Капушев.